Руководитель исполкома «Единой России» сменится в Алтайском крае. Нового главу представят на отчетно-выборной конференции партии, которая пройдет 8 ноября. С 2016 года исполкомом руководит Андрей Клюзов, известный в регионе политтехнолог. Но вскоре, по информации из разных СМИ, его может сменить Денис Голобородько, самый молодой депутат Краевого законодательного собрания. Отметим, что в 2018 году Голобородько работал на губернаторских выборах в предвыборном штабе Виктора Томенко.